Канифоль – лучший друг не только скрипачей, но и балерин. Ею натирают ноги и пуанты, чтобы не скользили. Для саратовских танцоров «Лебединое озеро» – очередной спектакль в афише. Для звездных гостей – испытание. Итальянцу Витторио Галлоро пришлось учить хореографию чуть ли не заново. Для нас это очень важно участвовать в российской версии, потому что только в России идет 4 акта. В Европе это обычно 2-3. «Лебединое озеро» – пожалуй, самый известный и популярный русский балет. Его ставят во всех театрах мира. Но эталоном, конечно, считается российская хореография. Ариана Лафита Гонзалес – едва ли не единственная кубинская балерина, завоевавшая самые известные сцены мира. Партии «Адетте» и «Адили» – ее любимые. Причем «Черное адажио» она танцует по-своему, в кубинской хореографии. Это один из самых любимых балетов публики и в России, и за рубежом. И это очень эмоциональный балет, его надо танцевать сердцем, с душой. На этом фестиваль не заканчивается. Звезды мирового балета еще станцуют на саратовской сцене. Причем самый большой сюрприз ждет на закрытии фестиваля. В Саратов приедут премьеры «Мариинки», одни из наиболее востребованных балетных танцоров в мире. Одно их выступление в Москве стоит порядка 10 000 евро. Анна Головчинская, Олег Буланов, новости «Телеобъектив».